Ну что, друзья, сейчас мы заехали на вершину первой горы, реальной горы Джирде Италия 2019. Поехали на разведку, посмотреть, как все это будет, потому что эту гору мы практически ни разу не ездили. Полезно, так скажем, посмотреть, что нас ждет. Вот гора очень, так скажем, интересная, тем более, к тому же, что она первая будет на этой Джиро. Вот. Что сказать про, скажем, как мы их называем, рекондиционы по-итальянски, рекон, то есть просмотр этапов. Вот, это всегда нет какой-то определенной стабильной схемы. Вот почему? Потому что еще зависит от логистики, поэтому, то есть, ты не можешь все этапы, которые, скажем, важные, просмотреть заранее, и все индивидуальные гонки. Вот поэтому составляется программа уже за несколько месяцев. Опять же, нужно выбрать, чтобы гонщик был, было время с ним послать, так скажем, персонал. Поэтому иногда это делается, так скажем, в два приема. То есть, допустим, если ты собираешься на 2-3 дня, стараешься просмотреть там какие-то участки 2-3 этапов, каких-то важных, вот, которые, может, ну, так скажем, могут что-то решить. Вот иногда просто мы сами едем без гонщиков, смотрим, там можем видео сделать и так далее, вот, чтобы понять, как на этих этапах больше, так скажем, двигаться, разложиться, или же можно скомбинировать какой-то тактический ход. Вот, допустим, сегодняшний просмотр, он не то, что был не планирован, вот, единственное, что мы эту гору плохо знали, к тому же первая гора Джиро, вот, поэтому, то есть, в любом случае мы бы поехали посмотреть, вот так. В принципе, все шло по плану, кроме того, что был закол за 5 километров до горы Умиделя, вот, поэтому немножко, так скажем, планы были у нас в этом плане омрачены, но он все равно решил атаковать. Заработали там какие-то 30 секунд, но, по крайней мере, посмотрели, что кондиция у нас есть, вот, и люди, которые впереди нас в генеральной классификации, они, так скажем, непобедимые, вот, поэтому будем смотреть вперед с энтузиазмом, а вы за нами следите.